два, один, режем ленту! Да! В жилом квартале Лесной появился свой островок. Такое необычное название получил новый детский садик номер 76 за свою форму полузамкнутого кольца. Помещение получилось просторным и функциональным. Он рассчитан на 170 мест. Комитет по архитектуре во главе с Кузьминой Александровной Санной наставил на том, чтобы форма детского сада была необычная. Это архитектурное решение, та проектная мастерская, которая здесь работала, она даже выиграла в конкурсе. Помимо групповых комнат и спален, в саду есть логопедический кабинет, кружковые комнаты, современные музыкальные и физкультурные залы. Полностью оснащенный медицинский блок, в котором можно проводить осмотры, диспансеризации и вакцинации. Групповые и спортивные площадки соединяют совмещенная велопешеходная дорожка. Я уверен, что наши детишки здесь обретут по-настоящему второй дом. Здесь они будут отдыхать, развиваться, познавать этот мир, набираться самых ярких эмоций и впечатлений. Впереди строительство еще двух детских садов, каждый из которых рассчитан на 130 детей, и общеобразовательную школу на 1100 мест. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».